Набирая обороты производства, в Казахстане растет индекс предпринимательской уверенности в промышленности страны. Другими словами, положение бизнесменов этой сферы становится лучше. К такому выводу пришли специалисты Нацбюро статистики. Они опросили руководителей крупных компаний отрасли и выяснили, что 75% респондентов, а это свыше 2600 заводов, оценили экономическое состояние своих предприятий как хорошее и удовлетворительное. Таким образом, 59% предпринимателей считают, что финансово-хозяйственная деятельность в ближайшее время не изменится, еще 15% уверены в ее улучшении, остальные 15% настроены пессимистично, прогнозируют ухудшение. К слову, если этой весной индекс деловой уверенности в промышленности республики был в минусе, то уже осенью он вырос на 5%. Между тем, заметные улучшения эксперты фиксируют в торговой деятельности. Львиная доля менеджеров отмечают улучшение экономики на предприятиях. То же самое можно сказать и о сфере строительства. Индекс вырос.